Всем доброго времени суток. Меня зовут Ольга Ольнева, я являюсь основателем студии «Больших цветов». Сегодня хочу рассказать вам о супер новом, супер классном инструменте для работы с озалоном. С этим инструментом я работаю уже больше года. О нем мне рассказала и вообще дала попробовать первый раз моя подруга и коллега Юлия Фортуна Декор. И также, где купить этот инструмент, вы сможете узнать после видео. Под этим видео будет ссылка на аккаунт Positive Decor. Как раз там недавно вышел пост об этом инструменте. После этого прилетело очень много вопросов от моих подписчиков. Мои ученицы, естественно, про этот инструмент знают. На живые мастер-классы я его привожу. И мы учимся с ним работать, да, обязательно. Потому что без него просто невозможно уже вести бизнес в больших цветах. Вот. И каждый раз на живых мастер-классах шлем Юле большой привет и эмоциональный посыл, да, доброты и благодарности за вот это ноу-хау, потому что действительно это просто палочка-выручалочка, или я назову его зажигалочка-выручалочка, потому что просто без нее уже невозможно представить нашу работу. Тем более мы собираем в основном наши фотозоны, которые мы отправляем в разные города и страны, почтой, да, розы из озалона, потому что вот недавно прислали видео из, откуда, из Италии, да, со свадьбы, где светится наше прекрасное сердце, которое мы туда отправляли. Когда-нибудь у меня дойдут руки до того, чтобы показать вам это видео. Вот, ну, неважно. В общем, сегодня об этом инструменте. Так как мои ученицы, да, с живых мастер-классов, с вебинаров платных знают об этом инструменте, естественно, мои подписчики пока не знали. Сейчас буду показывать и рассказывать, как с ним работать и что это вообще такое. Это газовая горелка. Вот, посмотрите, видно пламя. Оно синего цвета, оно острое, оно точечно попадает. Очень важно, во-первых, соблюдать меры предосторожности. Когда на живом мастер-классе, когда мы вели с Юлей в Москве, впервые я его взяла в руки, да, это было страшно. Я думала, что как бы страшно-страшно. Но буквально через 5 минут ты понимаешь, насколько он уникален, насколько он облегчает тебе жизнь. Мы с вами люди современные, да, и мы всевозможными способами, инструментами, техникой облегчаем себе труд и на кухне, и в огороде, скажем так, да, и, ну, везде. Поэтому мы за новое, мы за прогресс, и вот это вот действительно находка. Вот. Работать нужно аккуратно, нужно понимать, что вот это видимое пламя, видимое, оно не должно касаться изолона, ну, не дай бог, рук, да. А вот бледный кончик, тоненький, который уже не яркое пламя, оно как раз должно касаться изолона. Как касаться, это тоже очень важно. Все не просто так. Возьмем изолон 2 мм, например, да, и нам нужно сделать вот здесь складочку. Ну, складки, выточки мы делаем постоянно на цветах. Что мы делаем? Мы сжимаем, оставляя небольшую щелочку между слоями изолона. Не вот так широко и просто куда-то в центр, а это пламя должно попасть, бледное пламя, оно должно успеть согреть, расплавить и этот край, соответственно, они должны быть очень близко. Можно вообще, конечно, сжать, но мне, например, нужно, вот что уникально у этого инструмента, мне нужно, чтобы не полностью сложился лепесток, а лишь вот здесь, а здесь края остались свободные. И здесь это возможно сделать. Если вы будете это делать клеем, скорее всего, его все равно будет видно. Тем более, если это яркий материал. Клей застывает, становится матовым, и это все выглядит в итоге неопрятно, если это место, например, в цветке виднеется потом в готовом, да? Вот. Смотрите, что я делаю. Я вот в эту складочку чуть сжимаю и направляю, так, постараюсь, чтобы было видно, пламя. Сжимаю. Все, это просто счастье. Уголки свободны, никакой опрятности там нет. Все спаялось. Просто у меня вопросы прилетели от подписчиков и в Инстаграм, и с YouTube-канала. Удобно ли, стоит ли покупать? Безусловно, вот безусловно стоит. И сказать спасибо Юле о том, что она просто откопала такую штуку. Вот.
намного быстрее работать, чем с клеем. Я считаю, что экономичнее. Вообще, когда спрашивают про расход материала, я все время говорю, что не считайте только то, сколько материала вы потратите на цветок. Вы должны считать ваше время, которое вы в него вложили. Это же важно. Это стоит дороже, чем материал, ваше время. Это экономит наше время значительно. Потому что собираем теперь розу на плоском основании для фотозоны не феном. Феном работать тоже можно, да? И мы учимся на живых мастер-классах работать в том числе и феном, потому что есть большие цветы, где, например, хотя даже гигантскую розу мы теперь собираем и при помощи фена, и при помощи вот этой горелки. Вот. Но ты в розу на плоском основании пытаешься там подуть феном даже с насадкой. Пока ты дуешь, выпрямляются лепестки, которые ты так аккуратно, красиво формовал. В итоге у тебя получается цветок не тот, который тебе хотелось бы, да? Это решает все проблемы. Например, вот возьму розу, да, Ольну. Если вам нужно, вы видите, что-то там у вас отошло, предположим, да, вы можете это спаять, подлезть и аккуратно, направив пламя, потом разприжать. Феном вы выпрямите лепестки, скорее всего, и склеите не там, где вам нужно. Поэтому я думаю, что я вас убедила, да, что вот это, ну, просто замечательная вещь, и нужно обязательно ее приобрести. Теперь эта горелка у нас идет как подарок, помимо большого количества видеомастер-классов и доступа к онлайн-школе, к моей, да, ученики после мастер-классов живых получают ее в подарок. Мы ее везем в Милан, потому что там, в Италии, это найти достаточно проблематично. То есть все ученики мои из Милана, которые уже записались на мастер-класс, можете не покупать. Мы будем дарить вам после мастер-класса вот эту горелочку, так как вы приходите ко мне учиться, на программу «Большие цветы для бизнеса». Без этого уже бизнес не построишь. Это сэкономит ваше время, ваши деньги. Соответственно, вы будете работать быстрее, качественнее, и цветы у вас будут красивее. Дальше у нас по программе. Сначала у нас Москва, трехдневный мастер-класс. Вы тоже получите в подарок вот эти замечательные горелки. Вот, помимо всего прочего, да, что вы там получите, 9 цветов будет в программе. Потом у нас в Сочи, где впервые будет в программе присутствовать пион из Изолона, тоже будем собирать именно этой горелкой. Будем учиться работать. То есть на всех живых мастер-классах у меня девочки учатся работать с этой горелкой. И теперь мы будем ее дарить, потому что эта вещь просто необходима для работы. Вот. Сейчас у меня появилась возможность купить их много, потому что мне их было просто еще недостаточно. И спасибо Юле за то, что у нее есть они в наличии. Так что торопитесь, по-моему, все-таки лимит там есть какой-то по горелкам. Вот. Еще раз напоминаю, что в Милане у нас в октябре 12-13 октября мастер-класс двухдневный «Большие цветы для бизнеса». В Москве у нас 20, 21, 22 сентября просто все хиты. Супер интенсив, не знаю, будет ли вообще в принципе такая программа еще, потому что 3 дня мы не ведем, а в этот раз будет 3 дня и будет 9 цветов. Ну и Сочи, Сочи, места остается все меньше, поэтому, пожалуйста, спешите, записывайтесь. И что классно, еще не сказала про эту горелку, да, что цветы, например, в жаркие страны актуально собирать именно горелкой из Изолона, потому что запаянный Изолон, он уже не поплывет на солнце, а изолон, склеенный на термоклей, он, конечно, может поплыть, особенно в жарких странах. А мы в основном отправляем, кстати, как вот ни странно, Калифорния. Это штат, где достаточно жарко в Америке, да, Италия, Испания, вот. Поэтому это вам в помощь для бизнеса, и я надеюсь, что я обзор сделала подробный. Да, у него две кнопочки, 2 бегунка, вкл-выкл, включить-выключить, и минус-плюс – это длина пламени. То есть тут как бы даже удобно, представляете, в общем-то можно регулировать. Их можно заправлять, они не одноразовые. Я сама еще ни разу не заправляла. Мы пользуемся всей командой, то есть у меня девочки умеют с этим работать. Первый раз, когда я привезла там больше года назад, ну я не помню точно время, да, неважно, и показала девочкам после того, как мастер-класс с Юлей провели, вот,
Мне как-то они так отказались сначала, побоялись. Вот, я сказала, девчонки, учимся, это просто нужно. Это скорость, это простота. Феном и пистолетом обжигаешься больше, чем вот этим. Просто нужно научиться работать. Так что на живых МК, кто ко мне едет, можете не покупать. Ну, либо покупайте, в любом случае, она одна, вам, может быть, будет даже мало, да, если тем более вы работаете в команде. Вот. Всего хорошего. Еще что хотела сказать, кстати, да. Если хотите, чтобы я показала, как я собираю при помощи этой горелки цветы, вот такие вот очень красивые цветочки, нежные, они, опять же, как мы все любим, они практически без обрезков, ой, из обрезков, вот, мы их собираем для фотозоны, для цветочных сетов, то, пожалуйста, оставляйте комментарий под этим видео. Я должна знать просто, что это кому-то нужно. Я полностью этот цветочек с шаблонами, да, покажу, как формовать, как собирать при помощи вот этой горелочки. Так что жду ваших комментариев. До новых встреч. Пока-пока.